Друзья, всем привет, меня зовут Раиль, это «Хижина музыканта», и я в Москве, потому что здесь у меня Рома появился на экране, да? «Гитара с нуля» канал, ссылочка будет в описании, продолжение на его канале. Что мы сегодня делаем? Подходим к людям и поем абсолютно любую песню, абсолютно, которую нам назовут русскую. Иначе мы отдаем 100 рублей. Если не споем, всегда есть мандраж, страх, что не получится, но мы будем выходить из зоны комфорта и стараться поднять людям настроение. И, ребята, конкурс, как всегда. Я сейчас разыгрываю 10 видеокурсов в свою школу гитары и вокала. Если вы хотите играть, как мы, с Ромой, просто поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, вообще любой, и подпишитесь на канал с колокольчиком. Погнали. Так, сейчас выберем кого-нибудь. Пошли пройдемся. Вот, блин, там прикольно идет, давайте пойдем. Подойдем. Привет, привет. Здорово. Короче, мы снимаем видео, ты называешь любимую песню, и если мы ее не можем спеть, мы тебе 100 рублей даем. Ну, мне нравится группа «Нервы». «Нервы»? Да, какой-нибудь одной. Да, ты все песни знаешь «Нервы»? Нет? Ну, тогда сам... познакомься с песней «Укачу». Вот это. Я укачу от тебя, да я не шучу. Ты слышишь в моем голосе холод. Ты издевалась от души, теперь я мучу. Это мой внутренний голод. Не издевайся над любовью. Я же говорил, что эти перерывы не к добру. Я тебя запомню, самый необычный. Я тебя запомню и сотру. И сотру. И сотру. И сотру. Нравится? Класс. Спасибо. А почему все красивые нравится. Девчонки, так сразу ты поешь? Я не понимаю вообще. Спасибо. Тебя как зовут? Эрсавия. Спасибо. Все, что, спасибо пойдем, тебе. Дальше? Давай. Давай, счастливо. Спасибо. Привет. Можешь с тобой видео снять? Да. А ты называешь любимого артиста, мы попытаемся спеть. Если не получится, 100 рублей даем. Окей, давайте «Звери». Звери, ничего себе, ты быстро. Бьется сердце. Скорость набирает килогерцы. Сердце разрывает скоро, скоро. Скоро я не скоро. Светофоры по нулям прибой. Просто такая сильная любовь. Ты еще не знаешь. О-о-о. Просто такая сильная любовь. И еще раз. Просто такая сильная любовь. Спасибо тебе. Хорошего настроения тебе. Спасибо. Пока. Готов? Девчонки, привет. Можете помочь и назвать любимого артиста? Мы денег не просим, просто записываем видео для моего YouTube-канала и для его тоже. Какой ты артист, говорите, мы споем. Любимого песню. Артиста, исполнителя. Давай, Тима Белорусский. Да? Знаешь что-нибудь? Да. Да ладно, да ты гонишь. Ну, давай. Блин, давно не играл. И пускай капает, капает с неба. Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят. Звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает с неба. Иду мокрый кроссы к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят. Звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. «Хижина музыканта» и канал. «Гитара с нуля». И «Гитара с нуля». Прям так возить? Да. Да, «Хижина музыканта». Круто, спасибо. Спасибо. Молодец, вам, вообще молодцы, классно. Молодец, ты вообще все знает. Да, отлично. Добрый. Спасибо. Спасибо. Чик, я уже у себя дома в Казани. Спешу сообщить, что появился спонсор данного видео. Это приложение для гитаристов «Тимбро». Если хотите научиться играть на гитаре, просто попробуйте скачать приложение к себе, подключать дополнительно ничего не нужно. Приложение слышит все, что вы играете на гитаре. Вам остается лишь выполнять задания, которые здесь расположены в порядке прогрессии от самого легкого к сложному. Научитесь играть самые первые мелодии, первые аккорды, гамки, барре и наконец-то заиграйте на гитаре. Скачивайте приложение именно по моей ссылке, этим вы мне очень сильно поможете. Ну а мы телепортируемся обратно в Москву. Погнали! Можно с вами кусочек видео снять? Денег не просим, мы просто поем артиста, которого вы любите и слушаете. А если у нас не получится, мы вам 100 рублей даем. Да что стесняться, мы со всеми записываем. Вся Москва уже у нас в камере. Вся Москва?
Да шутим. Давайте. Юля пойдет. Кого слушаете? Просто назовите. 30 секунд мы быстренько споем и уходим. А если не получается, 100 рублей. А, русские, не, русские забыли сказать. Мы специалисты по русским. Представляете, он поет Билли Айлиш. Меладзе, пой давай. Вот ты попсовик. Целоваться? Меладзе. Целоваться, да? Так. Да неужели ты знаешь Меладзе? Сейчас попробуем. Так в своем уме. Прощай, цыганка Сэра. Твои губы сладкими, как вино. А еще говорит, вино. Не слушает Меладзе. Давай тогда битбокс хотя бы. Да. Прощай, цыганка Сэра, были твои губы сладкими, как вино. Все, что я помню. Нет, давайте, подождите, сейчас я попробую вспомнить. Я тысячу раз собрал провода, сам себе кричал, ухожу навсегда. Непонятно, как доживал до утра, солю. Вера, я буду от тобой или буду один. Дальше не сбежать, ближе не подойти. Прежде чем навек поменять номера, солю. Вера, солю, вера. Молодец! Все, я доволен. Дай пять, молодец. Спасибо вам, давайте хорошего дня. Пока. Ребят, 5 секунд. Скажите какого-то артиста, мы попробуем сходу сыграть. Просто какой-нибудь артиста. Давай. Конечно. Села и упала на столе, поела. Это скатилось по зале убитый песен. Да мне нечего терять. Дай-ка, брат, тебя обнять. Спасибо! Круто! Пока! Классная реакция, прикольные улыбки! Разговаривать. Можешь с тобой сфоткаться? Это видеоуроки снимать. Да? Да, классно. Мои видеоуроки. А, твои уроки. Мои видеоуроки. У него есть видеоуроки? Да. Видеоуроки из-за меня. А, кстати, давай быстренько. Смотри, мы снимаем видео, ты называешь любимого артиста, мы поем. Если не получается, 100 рублей даем. На русском языке. Джизус. О, давай попробуем. Была самой лучшей девочкой в классе. Была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Ты была самой лучшей девочкой в классе. Ты была самой лучшей девочкой в школе. Класс. А вот, девчонки, а подходите, идите сюда. Спасибо, мужики, вообще. Класс, спасибо. Не, подождите. Вот с ними давайте тоже любого артиста называйте. Называйте, мы поем. Давай сложное русское, они 100 рублей нам дадут. С них не получится. Перебирайте, кого слушаете, у нас пару попыток есть. Можно... Три попытки, ты говоришь? Три, да, три. Муза, нервы. Не, просто нервы. Нет, да, кого-нибудь называть. Просто исполнителя? Подсказывать нельзя, просто исполнителя, да. Бульвар Дебо. О! Сода! Что за дичь? Содлав, во-первых. Во-вторых, нет. Знаешь? Блин, Бульвар Дебо. Оно? Блин, так резко не вспомню сейчас. Последний. Ну а нервы они сказали? Ты что, обязательно песня? Ну, или это была нервы подсказка. Вы отменили? Это они сказали? Да, они сказали. Ладно, хорошо говорите. Бля, ну это дешевый магазин. Давай хаски. Это вот это, что ли? Хаски? Или это не это? Это Хэнси. А, Хэнси, я экскурсию. Все, смотрите, вторая сотня сегодня уходит. Спасибо вам. А, ё-моё, ты не знаешь хаски? Я выиграла.
Да, не знаю. Все, классно, давайте. Вы это видели? Вот это они умыли. А мы ее уже снимали. А мы ее уже снимали, а она с подругой. Хорошо, тогда... Я никто не снимал. Да, тебя никто не снимал. Скажи какого-нибудь артиста. А сколько ты стоишь? Шучу. Крит. Давай, это к тебе. Ну это прям русский рок, забытый давно. Крит? Русский да. рок? Не русский рок. Рок, смотри, сейчас рок тебе сыграю. Давай. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. О боже, мама, мама, пьяный без вина. Ее улыбка, мама, самая, самая. Блин, губы засохли, тяжело свистеть. Молодец, ты даже Крида знаешь, блин. Это рок, смотри, как звучит мощно. Ну ладно, это рок. Спасибо вам. Спасибо. Давайте, пока. Класс, пока. Все. Спасибо. Помацал. Артиста, мы попробуем сходу сыграть. Не сыграем, дадим 100 рублей. Любимого артиста. Да. Джудас Прист. Не, русского. Русского? Да. Сектор газа. О, давай, давай, сектор газа. Из-за зонового диска и во двор я специально для тебя гитару припер. Ну а коль не видишь ты толщи ядрена медь, на весь скутер под гитару песни с матом буду петь. Возле дома твоего, возле дома твоего, возле дома твоего. Воу! Красава! Знаешь такую песню? Сектор газа. А я не знал, кстати. Но мне понравилось. Мне понравилось. Дай пять. Красава. И ты дай пять. Хорошего настроения. Спасибо. Давайте, пока. Привет, мы снимаем видео, можете назвать любимого артиста? Денег не требуем. Кстати, сами даем 100 рублей, а если что, не смотрим. Если его нет? Ну, вроде перечислите, слушай, кого вообще в голове. Да. Кто в голове есть, вот так резко приходит? Ты из певцов, артистов там? Пошлое Молли. Давай, подожди. А те, кто играл Пошлое Молли? Нет. Зато сейчас я, наверное, попробую. А ну, да неужели? В горле ком, объяснюсь потом. Я очень рад, что ты раздеваешься, потому что потому что ты одеваешься, хер пойми. Что? Что? Я так и думал. Да, да. Все, спасибо. Ну, хорошего дня. Пока. Пока. Спасибо. Не, но мы будем зато вон те, вот и все. Давай. Привет, девчонки. Мы снимаем видео, денег не просим. Можете назвать любимого артиста просто? Я в тупике, ты давай. Я тоже. Ну, перебирайте, не торопим же. Английского? Нет, русский. Русского? Будем сегодня патриотами. У нас три попытки, вторая попытка. Так, давайте отплывем. Посмотри, да. Очень сложная вещь. Давай, давай. Все, придется Лазаря одну песню разучить. Не, по-любому когда-то пел одну песню. Второй раз Лазаря просит. А зверей любите? Да. Давайте зверей. Давай. Не зря посмотрел, давай. Районы, вокзалы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. Районы, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу красиво. А чего вы не сыграли-то? Да? Спасибо. Ой, тогда бы видео не получилось, не смогли выложить. На дудочке сразу. Спасибо, давай. Спасибо. Хорошего настроения.
Друзья, как вы видите, мы сегодня покорили Кузнецкий мост. Мы сегодня попели с ребятами песни. Если понравилось, поставьте лайки, напишите обязательно в комментариях, чья реакция была самой классной, какая песня вам зашла больше. Сегодня у нас был специалист по року, я был специалист по говёной попсе. Но вы меня поддержите, я думаю. Все равно есть хорошие песни среди попсы тоже. Вот, не забывайте, что идет конкурс. Для этого нужно поставить лайк, подписаться на канал и оставить любой комментарий. В следующем видео разыграю аж 10 видеокурсов в свою школу гитары и вокала. А продолжение на канале Ромы, ссылка в описании. Ставьте лайки, ребята, 50 тысяч лайков. И он приедет снова в Москву. Мы же сможем, поэтому все, лепите, пока.